Всем привет! Конечно, феномен популярности Ольги Бузовой уже пытались объяснить многие эксперты. Накануне к обсуждениям присоединилась и Анна Калашникова. Певица вспомнила, что в начале карьеры теледиву не хотели приглашать на мероприятия. Ее не брали ни на какие радиостанции, ее выкидывали ногами. Я присутствовала на премиях, сидела на первых местах с Киркоровым, ее просто со сцены выкидывали, рассказала Калашникова в интервью Люсьен Крысановой. По словам Анны, организаторы уверяли, что Ольга никогда не будет петь на их шоу, а она все равно добивалась своего. По мнению Калашниковой, Бузова стала популярной певицей во многом благодаря проекту «Дом-2». Ведь она провела на нем 16 лет и успела полюбиться зрителям настолько, что любое ее детище принималось с восторгом. Впрочем, повлияли на карьеру поющие ведущие и личные качества. Наглая, целеустремленная, самоуверенная, из любого скандала хайп делает. Этих качеств не хватает многим людям, в том числе мне, резюмировала Анна. Добавим, что бывший возлюбленный Ольги Бузовой после расставания с ней начал активную социальную жизнь. В честь 8 марта Дава устроил бесплатный концерт для дам прямо во дворе, а накануне он посетил дом престарелых. Дава выступил перед постояльцами, пообщался с ними и преподнес подарки. Причем он подарил бабушкам не букеты, а цветы в горшочках, которые останутся с ними надолго. Запись с визита рэпер опубликовал в своем инстаграм и сразу получил волну критики. Подписчики стали обвинять Манукяна в показушности и желании попиариться на благотворительности, мол, добрые дела не должны быть на камеру. Впрочем, большинство поклонников отметили, что были до слез тронуты опубликованным видео. Они благодарят Даву за доброту и призывают других звезд последовать его примеру, ведь старикам так важно внимание. Напомним, что разрыв Манукяна и Бузовой не дает покоя поклонникам уже давно, тем более, что сами знаменитости так и не назвали точной причины окончания своих отношений, которые всем казались очень серьезными. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!